15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Грядут изменения в Конституции. Что это? Долгожданная сменяемость власти или очередная перестановка сил? И что по этому поводу думают орловцы? Ну, хотелось бы, чтобы наконец-таки отстали от пенсионеров со своим пенсионным возрастом. И, не знаю, хотя бы как-то получше наладили экономику и сферы влияния с другими странами. Более-менее. Потому что, опять же, не знаю, может, я перегибаю палку, но у меня такое ощущение, будто мы живем чуть ли не под железным занавесом. Потому что все на нас злятся, против нас выступают санкции. Никто это так и не может никак разрулить, так скажем. Изменения в здравоохранении, в образовании, но прежде всего в социальной сфере. Во внешней политике у нас вроде бы все нормально, а во внутренней нужно что-то делать, менять кардинально, наверное. Знаете, кто новый премьер-министр? Конечно, Мишустин Михаил Владимирович. И что вы о нем слышали? Почему он должен поднять нашу экономику? Потому что он налогами занимался всю жизнь. Вот и доктор наук. Связанный все время был с экономикой. Знает, куда, кто ворует деньги, как, что. Так что этим очень плохо будет в жизни, кто раньше налоги не платил вовремя или скрывал от налогов. Нет, я хочу одно, чтобы рост экономики у нас был не 1,7, да, этот процента было, как хотя бы 3-2,5, потому что мы же на месте стоим, у нас экономика не растет. Ну, ждем улучшения, а там бог его знает. Мы все ждем. Ждем. Может быть, вот только порадовало, что вот детям дали на первого ребеночка материнский капитал дали. Это очень обрадовало. Путину спасибо. Что, и Путин уходит? Нет, Путин не уходит. Медведев. Ну, нечего ему там делать. Медведев, что он нам сделал? Пенсия маленькая. Думаю, там виднее, кого выбирать. Вот. Ну, Медведев, он немножко такой, как заторможенный, он даже говорит медленно. Будем надеяться, подберет себе нормальную команду, и деньги есть, надо их не тратить, а строить предприятия, заводы, и торговать не только нефтью, но и всяким машиностроением, станки и так далее. Но, думаю, если это так сделали, значит, это к лучшему. Как бы смена власти всегда как бы к плохому не поведет, я думаю. Вы знаете, что могу сказать? Относительно правительства сказала, что да, считаю, что нужно поменять. А с другой стороны, я бы хотела сказать, что не осень нашей жизни виновата, а лишь в душе отсутствие весны. Поэтому при каком бы ни было правительстве, если у меня будет все время весна, да и пошли.